Вот вышел в магазинчик купить самое вкусное мороженое, которое я вообще в жизни ел. 12 евро, оно стоит там чуть больше. Просто супер вообще. Да, и попутно на эти же 12 евро, вот во что мне это мороженое обошлось. Две упаковки булок по 11 штук, каждая упаковка по 1 евро. Гаспачо. Это чисто вот испанский такой легкий овощной томатный суп. То есть это типа как у болгар, на Балканах тартар, чалоп, вот такого плана, но здесь он на основе не молочки, а томатов. Остальное все плюс-минус то же самое. Ну, куда без нее? Без нее нам никуда. Этот сыр, я помню, мы с Ириной Владимировной во Франции еще подсели на него. Гуакамолька. И еще один супчик. Я взял чуть поменьше. Я не знаю, почитаю, что это такое. Сальморехо. Сальморехо. Все? А, нет, не все. И штучка вот такая, без сахара, без кофеина, вообще без ничего. Вот так вот я вышел за мороженым. Ну ничего, будем считать, что отделался легкой кровью. Малой. Во.